Главное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – беговая дорожка, компактная, удобная. Друзья, самое выгодное предложение дня мы сегодня представляем от бренда Bradex. Сейчас лучшее время, чтобы открыть в себе новые стороны и начать преображение. Лето – время открытой одежды, мы все это прекрасно понимаем. Хотите наслаждаться жизнью и новой собой? В этом вам поможет компактное, легкое и умное решение от всемирно известного бренда Bradex. Ну и, конечно, наш умнейший эксперт телеканала Shop & Show Александра Клёнова закончила медицинский факультет РУДН, Дружба народов, да, университет? Дружба народов, да. У меня там подруга тоже училась. Автор более 50 статей на медицинские темы. Привет, Сашенька, очень рада тебя видеть. Здравствуй, Олечка, давно не встречались в прямом эфире. Физкульт, привет, уважаемые зрители. И предлагаю принести своему здоровью пользу с помощью технологий от израильского бренда Bradex. Посмотрите, эта беговая дорожка за 10 минут в день помогает вам пройти 10 тысяч шагов. Причем вам не надо бежать, вы можете просто идти, как это делаю я. При этом это прекрасная тренировка для сердца, это помогает похудеть, это зарядка для коленных суставов, то есть профилактика артрита, артроза и просто даже потери подвижности. А еще это укрепление иммунитета, потому что когда мы занимаемся спортом, то вместе с потом через поры нашего тела выходят токсины. Поэтому, смотрите, 10 минут и какая комплексная польза для нашего здоровья. Мы идем в том темпе, который нам удобен. Дорожка готова к старту за 1 секунду. Поглядите, видите, кнопку мы нажимаем и вперед пошли. Причем благодаря такой конструкции мы не травмируем наши колени, мы двигаемся плавно, и дорожка сама определяет скорость. Она либо ускоряется, либо замедляется в зависимости от того, как идем мы. А еще она маленькая, складная, компактная и очень простая в управлении, всего одна кнопка, и даже в маленькой квартире она поместится. Даже если у вас малогабаритная квартира, студия, может быть даже съемное жилье, вы можете такую дорожку себе позволить и легко перевести ее на другое место. Беговая дорожка от бренда Bradex, это израильский бренд, это уже говорит о том, что создано для нашего с вами здоровья. Мы сами понимаем, да, что в Израиле самая лучшая медицина. Это бестселлер телеканала Shop & Show. За все время существования бренда Bradex, наших беговых дорожек, продано более 3500 таких дорожек. Это настоящий суперхит, но сегодня по цене прошлого года. Это важное заявление, мы все прекрасно понимаем, что с февраля месяца все цены поднялись, ой-ой-ой, как высоко. И на беговые дорожки от бренда Bradex в том числе. Мы удерживаем старую стоимость прошлого года, потому что закупка еще прошлогодняя осталась, но их не так много, успеете заказать. Прямо сейчас 12 999 рублей, Олечка, еще будет действовать дополнительная 5% скидка при оплате онлайн банковской картой. То есть оплата, смотрите, сейчас и цена уже будет 12 349 рублей. Все подробности в нашем колл-центре. Слушай, вот сейчас на самом деле вот такая беговая дорожка не только нам нужна для того, чтобы мы дома бегали, тренировались, да? Тренировались и быстренько похудели к лету, к купальному сезону подготовились. Для моей мамы это тоже просто жизненная, конечно, необходимость. Мы недавно были кардиолога, и она говорит, самое главное лекарство – это движение для вашей мамы. Она обязана 30 минут в день обязательно ходить. Но обстоятельства разные бывают. Иногда непогода, дождик, каждый день не получается, понимаешь, заниматься спортом. Погода плохая, таким. Устали. Естественно, вообще наше сердце нуждается в регулярной тренировке, потому что это мышца. Мышцы любят движение. И здесь вы за 10 минут пройдете 10 тысяч шагов, представляете? То есть вы идете в удобном вам темпе, но вы получаете кардиотренировку. Ваше сердце интенсивно сокращается, и видите, его мышечные волокна укрепляются. А еще оно интенсивнее гоняет кровь по сосудам. То есть это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. А мы знаем, что гиподинамия – это как раз-таки фактор развития и кардиомиопатии, ишемической болезни сердца, и инфарктов, и инсульта. А еще, когда мы тренируемся, пусть даже 10 минут в день, мы быстро худеем, потому что уходит висцеральный жир из брюшной полости. Мы как бы стоя прокачиваем пресс. А когда нет такого жира, то снижается риск развития сахарного диабета и его осложнений, и снижается уровень холестерина в крови. А всего за 3 недели мы с вами сможем сбросить до 10 килограммов, в зависимости от того, насколько интенсивно мы будем заниматься.
И это не просто стройность, это не просто красивое тело, это не просто красивое платье летом, это здоровое сердце, чистые сосуды без холестерина, хорошее давление, которое не скачет, то есть прочная сосудистая стенка, и отсутствие риска развития сахарного диабета. Вообще, на самом деле, есть очень много причин, чтобы начать вот так заниматься. Это не только здоровье сердца, сосудов и суставов, это еще и крепкий иммунитет, это еще и работоспособность, это еще и увеличение объема легких. Это еще и нормализация давления и укрепление вестибулярного аппарата, чтобы у вас голова не кружилась. Также такая ходьба – это здоровые суставы, это крепкие кости, то есть профилактика остеопороза, хрупкости костей. Ну и, конечно, это стройная фигура, уверенность в себе и под контролем сахар в крови, потому что всегда говорят, если сахар повышен, что надо худеть. А чем грозит малоподвижный образ жизни? Посмотрите, ну, во-первых, сердце теряет тонус. Отсюда риск развития таких болезней, как, например, кардиомиопатия, есть острая коронарная недостаточность, есть инфаркты и микроинфаркты. Причем уже с 30 лет эти заболевания начинают учащаться, то есть в группе риска, ну, почти каждый из нас. Не надо заниматься спортом много. Куда более полезные для сердца такие небольшие 10-минутные тренировки. Даже при головных болях они помогают, потому что разгоняется кровь по сосудам, легкие лучше снабжаются кислородом, и головная боль проходит. Посмотрите, это израильская технология. Это уникальная беговая дорожка, которая расположена относительно пола под углом. И благодаря этому вы идете, а ваши колени не травмируются, как при беге по асфальту или, например, при ходьбе с палками. Даже если у вас болят суставы, вы можете так ходить, они болеть не будут, наоборот, к ним вернется подвижность. И помните, движение – это жизнь, так говорят врачи. Каждый из нас обязательно должен двигаться, вне зависимости от возраста. Друзья, смотрите, это легко, просто. И, кстати, беговая дорожка не громоздкая, всего лишь 12 999 рублей, а не 50-60 тысяч рублей за огромные беговые дорожки. Позвольте себе лучше для вашего здоровья. 12 999 рублей. При оплате онлайн банковской картой дополнительная 5% скидка. Подумайте сейчас не только о себе, но и о своих близких, которые, может быть, иногда даже не могут спуститься, например, с 5-го этажа, у кого нет лифта, просто чтобы погулять, потому что это целое испытание. Но двигаться нужно. Так закажите для ежедневного движения, для своих пожилых, в том числе родственников, такую беговую дорожку. Это шикарная реабилитация. Да и вообще, для того, чтобы жить, нужно двигаться. Я помню вот эта известная фраза. Каждый дополнительный килограмм – это минус один год жизни. Сколько у вас лишних килограммов? Посчитайте, задумайтесь с сегодняшнего дня. Возьмите за свое здоровье. Напомню, что все звонки бесплатные. Оплата только по факту получения. И делайте свои первые покупки. Оплата только по факту. Сейчас оплачивать ничего не нужно. У нас все по-честному. Очень много положительных отзывов, друзья. Ну, прежде всего, конечно, это цена. Всем нравятся цены на нашем телеканале. У нас 12 999 рублей, а на других сайтах гораздо дороже. Уточните, сколько стоит беговая дорожка от израильского бренда Bradex, а сколько стоит ваше здоровье? Я знаю цену. 12 999 рублей. Молодые, здоровые и стройные к лету.